Хей, друзья, всем привет! Это мой первый вал в армии и последний. Сегодня, точнее вчера, подъехали родители, и мы вышли погулять по Сергиевому посаду. Сегодня суббота, сегодня гуляем в Москве. Обязательно здесь в комментариях под видео напишите что-нибудь срочно, прямо сегодня, чтобы я успел ответить на ваши драгоценные вопросы. Хотел рассказать немного о службе своей в армии. Синёчек пошел. В общем, служу я в Сергиевом посаде, войсковой части 14258, возле деревни Шарапово. Если хотите приезжать ко мне в гости на посещение в воскресенье, всех жду. Подъезжайте, поболтаем, пофоткаемся, не знаю, ну, весело проведем время, хотя бы я немножко скоротаю время, потому что время тянется очень-очень долго. Отслужил я уже 2 месяца и 60, получается 66 дней. 2 месяца и 6 дней получается, да. Время тянется долго, хотя по ощущениям вот кажется, что я уже отслужил полгода, хотя прошло всего лишь 66 дней, к сожалению. По поводу видосов и канала Хижина Музыканта отвечу на ваш популярный вопрос, почему видосы выходят, если я в армии. Видосы я уже снял заранее, в апреле, в мае, в июне все отснимал, чтобы потом они автоматически выходили в течение года. Так что каждую среду в час открывается новое видео, которое я уже для вас подготовил. Все это добро будет выходить до самого января. В январе будет одно видео и в феврале. Но не отчаивайтесь, я постараюсь отснять что-нибудь новое для вас, потому что есть возможность снимать в гражданской форме, в армии. Скрытно, конечно, но пусть будет в гражданской. Спасибо вам за просмотр, который вы наделали мне там на армейском видосике. Не думал, что так видос выстрелит. Конечно, было бы круче, если я сейчас все видосы снимал в армейской форме, но нельзя, ребята. Заранее, если я сниму, в будущем буду выкладывать. Пишите свои заявки, какие видосы вы хотели бы видеть на канале. Канал очень стал разнообразным, разные видео выходят. Формат чуть-чуть поменялся, и простите меня за видосы, которые будут выходить в будущем, потому что я некоторые видосы взял с Инстаграма. Но вы наверняка не все есть в Инстаграме, поэтому не все мои ролики видели. В описании под видео ставлю ссылочку в Инстаграм. Заходите, читайте мои посты про армию, я там очень интересно описываю все это дело, про то, как я служу, стоит ли служить, все эти вопросы я там поднимаю. Вот. Сейчас я в Москве, в Куме, с родителями, они пошли там по делам пока что, а я вот чуть-чуть отвлекся, чтобы записать очередное видео, потому что не будет, наверное, больше возможности вот записывать у Вали, потому что я туда больше не выйду. Вот такая вот красота у меня за спиной. Речь, кстати, ухудшилась, если я, когда снимал видос, много говорил, на гражданке, в принципе, тоже общался с людьми в армии, приходится больше слушать, выполнять приказы и так далее. Друзья, вам желаю удачи, успехов, смотрите мой YouTube-канал, зовите друзей на него, пусть он не увядает каждый новый ролик, комментируйте обязательно, ставьте лайки, я вас целую, скоро увидимся, пока!